И всем привет. Есть, я знаю многих людей, которые ждут игру Ария в 2, но игра еще в разработке и еще не вышла. Но есть некоторые новости. Вышел новое, то есть видео. Вот это, которое в самом начале игры, когда ты только запускаешь в Ария в 2. Многие, конечно, ждут видео по стандоффу, но я не только стандофф, я очень жду Ария 2. Я очень сожалел, когда Ubisoft подняли суд над ней. И очень жду эту игру, эта игра у меня в сердце. Давайте же посмотрим новый клип. Да, не клип, а видео вставное. Я не буду, наверное, говорить. Вот мы и посмотрели этот клип. Как вы пом кто old, кто помнит, клип был вообще другой. Я очень жду эту игру, но, видимо, она еще не загружена, не готова. Кто-то говорит, в октябре выйдет, кто-то говорит, в конце года. Я очень надеюсь, что эта игра выйдет, разработчики на нее забьют, но если выпускают обновление, то, скорее всего, будет перезапуск. Это очень круто, я очень рад этому. Давайте следить вместе.